Опять же, приветствую всех ребят. 12 часов опять же, как и вчера, пробили. Вновь я с вами, вы со мной. Вместе идем в пустоши. В пустоши Fallout Нью-Вегаса. Уже, по-моему, в какой раз? В четвертый или пятый? В четвертый раз, да. Два раза на прошлой неделе и два раза на этой неделе. Как бы почти стабильный график. Вегас-то пришел, разумеется, пришел Вегас. Что, я даже от него, из него уже и вышел, и пошел по своим делам, которые мне образовались после того, как я туда заглянул. Так. Да, конечно, легко. Ник меня просто сидел, подбадривал несколько часов, там сколько, 2 часа первых сидел, говорил, иди в Вегас, друг. Думаю, пора. Ну и я пришел, что, делов-то. МК-198, кстати, привет. Ты почему-то, по-моему, я не видел тебя на вчерашней трансляции. Прогулял, да? Ну ничего, я, как всегда, введу в курс дела все, что было раньше. Так, разбираюсь со звуком. Убираю эту долбежку. Бодренькую, конечно, но убираю. И оставляю звуки Fallout. Надеюсь, тех проблем, которые вчера были, их не будут. Что звук из игры слышен вам прекрасно, потому что вчерашние настройки я никоим образом не менял. Так, ввести в курс дела. Точно надо вас рассказать, кто не был. Чем закончилось вчера? Давайте, что я делал вчера? То, что делал на прошлой неделе, я уже задолбался, честно, рассказывать. За вчерашний день, и так, я от Новака полетел путешествовать по шоссе к Вегасу. Мне там советовали пройти через от Good Springs сразу сюда, но там какие-то злые дядьки, они мне совсем не понравились. Ну, работа, да, завалилась. Так, заложников спасал. Ну, это вообще в Boulder City там какой-то 5 минут сказал ханам, что типа... Давайте, пацаны, валите отсюда, заложников оставьте. Кто советовал? Ты издеваешься, да? Засранец какой-то советовал, кто же еще? Ну, мне там жутко не понравилось, там было все очень плохо. Там, мы с Буном вообще не затащили, погибли смертью храбрых, но... Ничего, это на самом деле не было. Спокойно загрузился и пошел по обычному человеческому шоссе. Зашел там в разные лагеря, это не важно. Пришел в Вегас. Там я выполнил пару каких-то квестов короля, но он меня быстро наскучил, потому что он какой-то там... Я загрузился быстро. Буну, ему тоже ноги, руки оторвали. Я не сомневаюсь, он без меня бы не справился. В Вегасе я выполнил пару побочных квестов короля, зашел в пару казино, встретил Бенни, который засранец пытался меня застрелить. Его помиловал, не убил его сразу, о чем потом пожалел, потому что как только он вышел из своего люкса президентского, ко мне залетело 4 телохранителя с пистолетом и ножами, а я такой с кулаками. Ну что, пришлось их раздуплить каждому. По щекам надавать, забрать пистолет, застрелить и зарезать оставшихся. Это было несложно, но все-таки мне это принесло некоторые неудобства, потому что Бенни вот вообще засранец. Я с ним не делал, отказался вести, потому что он как он пытался меня убить, что я буду, какие дела с ним могут быть. Также я отказался его убивать, я же добрый все-таки. В бордель я заходил, по-моему, ну казино, которое там девахи за это заманивают. Я не уверен, что это бордель, но я туда заходил, там девах вообще нет. Там какая-то полумертвая стриптизерша что-то там, ну шеста там, вяло так. Потуги какие-то танцы пытаются изобразить, но это вообще было не очень. Потом я зашел к мистеру Хаусу, он мне сказал, что ты, конечно, красавчик. Чмоки-чмоки, но это обязательно зайдем, но только мне сейчас надо это дела свои завершить. Хаус мне сказал, мол, красавчик, но фишку вернуть должен. Я как бы не стал сопротивляться, я и так понимаю. Ну... Да, кстати, МК, ты пропустил, блин, такой момент, когда у меня не хватило интеллекта. Вот был какой-то парень, проводник, типа телохранитель, через фрисайд проводит. У меня так-то
так как у меня прокачана медицина, всякие вот эти вот ремонт, вот эта вся гадость, которая мирная, и не прокачана сила и интеллект, потому что я, ну, не знаю, как-то, хотя наука сильно большая, но сила и интеллект, это все плохо у меня. Вот этот вот засранец пытался меня обмануть, подговорил каких-то шалопаев, они на меня типа напали, он типа их убил из пистолета, хотя они, я подхожу, они живые, потому что медицина мне позволяет проверить, что они живые. Так он типа говорит, вот ты бы без меня не справился, я осмотрел трупы, подхожу к нему, и мне говорят, типа, интеллект должен быть 7 или 8, чтобы поймать его на лжи, опять же. Потому что он там, типа, я такой мог сказать просто, что, типа, что-то тут не так. Но он такой, типа, да нет, дружище, все нормально, все отлично, так и должно быть. Но я королю, конечно, рассказал, но мне так хотелось его убить, потому что мне опять не хватило интеллекта, чтобы поймать на лжи. Я чувствую себя ущербным каким-то. Мне нужно больше интеллекта. Ну, судмедэксперт такой вот, немного, ну, туповатый. Но хоть отличил живого человека от трупа. Учить, но это будет, разумеется. Кстати, там же есть какой-то при уровне следующем. Миниган, не, у меня хватило этого. Медицинских навыков, чтобы определить, поэтому я не стал его трогать, пошел он в задницу. Потом я после хаоса к Бенни я залетал, к хаосу залетал, потом пошел в этот радиоактивный город. Лагерь Searchlight, там какой-то город очень радиоактивный. Там я что-то там забрал гранаты какие-то. А, нет, у меня нету какого-то навыка, чтобы взять эти гранаты. Там пасхальные какие-то. О, не пасхальные, а уникальные гранаты, которые святые, что ли. Мне там посоветовал один паренек в чате. Говорит, что нужно взять в этом городе. Но у меня нету какого-то навыка, поэтому там лежали просто какие-то голимые эти ядерные выстрел 2. Хотя их должно было 3, где я один потерял. Ладно, не суть. И вот по квесту, который называется как... Там два одинаковых квеста. Казино всегда выигрыш и Джокер. Ну, то есть, первое задание у них всегда одинаковое. Раздобыть фишку. Ник, отстань, слушай. Это Fallout. У него особые правила. И у меня особые правила в этих пустошах. Так мне по этому квесту нужно прийти на... дамбу какую-то или что там, перебраться, короче, в лагерь легиона мне нужно прийти по одному квесту, а по другому мне нужно фишку забрать. Но, по-моему, там кесарево, по-моему, это тоже тут, да? Да, это все тут. Короче, форт мне нужно прийти, и там... Нет, это не дамба, я ошибся, это форт этих. На дамбе, да, конец, я помню. И тут я закончил на том, что я вот уже иду довольный, и тут мне Бун говорит, типа... он же НКР, если он легион, просто не переносит никак. Поэтому он сказал, типа, я вижу красное, я стреляю. Я сказал, нет, Бун, постой тут, подожди, я сейчас все свои дела улажу. Потому что я же мирный, а Бун как пойдет черепушки крушить. Вообще не классно. Кстати, тут типок какой-то висит. Как сам. Типа, помоги мне. А, прощай, дружище. Ну, в курс дела ввел, кто не был. Там небогатый день был. Я в основном ходил, там эти бачки унитаза влезал. Кто мне там советовал? Как его звать? Доминик. Что-то там у меня ник обрезан, к сожалению. Наркоман, что ли? Ну, ладно. Удачи. Чё? Ну ладно, как его снять-то? Друг, тебя как снять, скажи мне? Да могу помочь. Как? Ну я готов тебя снять, чё? Как тебя снять-то? Поведай мне, я, разумеется, это сделаю. Может, там рычажок какой-нибудь есть, но вроде я должен просто его развязать. Накол его, ну накол можно еще кол воткнуть, но думаю, ему и так хватает, в принципе, это не так уж приятно. Не, я могу избавить его от мучений, разумеется, как в старые добрые. Это ты мне таким беззаботным голосом сказал «Hello»?
Ну тут просто больше нет никого. Ладно, если у тебя такой беззаботный голосок, я думаю, у тебя все хорошо. Отрежь конечности, и он отпадет. Ну, давайте попробуем, только я сделаю F5. Чем бы мне конечности отрезать? Хм, нет, хм, нет, хм, нет, хм. Я думаю, этим отрежутся конечности, но... Он опять со мной здоровается. Вот этим можно конечности отрезать. Ник, ты мне в прошлый раз говорил какой-то рецепт, да, что-то там... На медленном огне открытые части тела, да? Жарить часок, потом водочкой полить и с хлебушком, да? Насколько я помню. Что, изобразим или нет? Я не знаю, мне его жалко, я не хочу. Давайте его пистолетиком. Если... По-моему, вы меня просто троллите, но почему бы и нет? Где пистолетик? Давай. Ты как? Давай по руке. Что-то у него руки железно-бетонные. А-а-а! Терпи, казак. Атаманом будешь. Знаю, больно. Да-да-да, все, слазь. Пацаны, он не хочет. Он не хочет. Ну все, он не хочет, что делать. У него хп почти не осталось. Ну тут точно нужно жарить, пацаны. Это он мне говорил, воу-воу. Поосторожней. Ты как? Но он наркоман был. Найти ножик в полевых условиях. Бун, может, у тебя есть нож? Хотя поздно, но я загружусь, если что. Бун, есть нож? У него есть кий. Ты где кий? Где мой миниган? Чё ты ки-то принял? У меня был миниган, у него лежал. Он спасен, действительно. Чё я парюсь? Все помнят, что у Буна лежал миниган, а не кий. Походу он... Мы в казино с ним ходили, и, походу, он немного перепил, да, Бун? Ты ж снайпер, тебе же нельзя, но... Ну куда тогда делся миниган, и он... Почему он взял ки вместо минигана? Чё, реально, с бухаря, походу, перепутал. Длинный, продолговат. Ну да, я тоже так думаю, что он пропил. Ну, мне, думаю, за этого наркомана не сделали ничего, он же наркоман, да? Или хотя... Не, давайте не будем это, я не хочу так поступать. Я просто милосердно, вот. Хрена, парень. Парень крепкий. Хрена он крепкий. Ты как? Вообще норм, да, тебе? Такой, типа, почему бы и нет? О, вот так надо, я так сделал. Good like, no, good like. Мне чем-то хочется good like, тебе сказать. Ну... Иди куда хочешь. Только возвращайся, я запомнил тебе, если что. Давайте так, я никогда это не делал, хотя... О, не, он какой-то вообще имба. И не контрится просто. Не, ну, я с такими делами не веду, пацаны, откровенно говорю. Это просто вообще никуда не годится. Ладно, Бун, ты стой тут. Охраняй, короче, вот этого пацана. О, давайте реально его это. Пошли со мной, типа. Я его поставлю охранять наркомана. Бун, давай. Короче, стоишь тут. Охраняй, чтоб его никто, кроме меня, не снял. Чтобы он тут не умер, короче. Стой тут. Угу, окей, ладно, Бун. Короче, про тебя главное не забыть, потом надо сохраниться. Потом Буну забуду, не заберу, он тут будет ходить. Камни пинать. Ладно, Бун, думаю, справится он сам его там. Если что, и на... Походу, он знает. Знак Цезаря? Ну, давайте так. А, такой. Ну, ладно, не буду показывать крестик. Пес Легиона. Да и этот тоже пес Легиона. Какая разница, все не псы Легиона. Какая разница, кто какой национальности, да, ребят? Что-то я вспомнил эту реплику. Странно. Темно, ни черта не видать. Надо одеть скафандр, там тогда все зелененькое, как в приборе ночного видения.
тобой нужно говорить или ты так, ну, тупой? Ну, ты тоже. Я тебе сейчас придержу, засранец. И язык, и еще что придержу. Там что-то есть, я вижу по мини-карте. Ну, по радару, там какое-то здание или что, сейчас залезем. Skyrim style. Без коня, правда, сложно, но тут нету, к сожалению. Сейчас залезем, спокойно, вообще без надо. Ой, тут радиация, я понял. Хотя у меня же есть скафандр, чё, я лох тупой, что ли? Не справлюсь, как будто. Вот это вообще легко. Не, ну все равно. Ну ладно, давайте одним глазком. Чё это за фигня? Тоже городок какой-то. Село, точнее. А, только автобус радиоактивный, да? Чё у него в кузове там, наверное, какая-то гадость какая-то, да? Можем посмотреть, что там за... Бочки какие-то. Чё это? Заманчивое предложение. Чертовски заманчивое. Но у меня с Легионом еще дела. Поэтому в следующий раз, как закончу, потом... Вот они, вообще легионеры. Пацаны несерьезные. Как они могут держать особо опасный груз радиоактивный у себя под боком? Причем так, что он покатится прямо на их головы. Если там какая-нибудь птичка не так сядет, не знаю. Это же глупо. Нет, действуй, нет, ты что? Меня ж спалит. Надо сначала дела закончить, потом. В скафандре вообще как какой-то. А почему все не зеленое? В скафандре же всегда все зеленое вроде. Или у меня что-то вчера было с этим. Выпил не того. Водичка. Что-то подмешали мне, наверное, воду вчера просто. Или у меня глаза косились уже просто. Потому что под вечер было у меня. В лапше быстрого приготовления сладкая кукуруза. Ну, если вы не поняли, ник под ником Copland нашего канала. Господи! Ладно. Он будет разбавлять периодически чат каким-то своим бредом на своей волне. Я больно упал, кстати. Кто там говорил, что я космонавт, мне нечего бояться? Смотри, гравитация-то робит. На Земле-то она есть, спокойно. Я, он даже коленку ушиб. Кстати, надо переодеться, то я как холоп какой-то. Вообще несерьезно выгляжу. Давай, вези меня, лодочник. Ну да. Летим. Да ладно, чё? Да ладно. У меня порог сердца. У меня есть оружие скрытого ношения? По-моему, у меня только нож. Ник, ты чё, наконец постригся? Или чё, я не понимаю. Чё ты какие-то... Ладно, он на своей волне, я на своей. Не суть. Ну, если предлагает, значит есть. О, у меня пистолет без патронов. И бритва. Я помню, я их резал бритвой. Сколько я зарезал... Сколько перерезал. Сколько душ невинных загубил. Где мое задание? То есть обязательно отсюда нужно фигарить. Вот сюда? Ну тут же какой-то мостик или что вот это. Почему нельзя было? А, это как раз дамба, по-моему. Ну, очень похоже, по крайней мере. Что за наркоманы? А вот тут что, я не помню, тут какая-то беда, судя по всему. Ой, как это все давно было, господи. Так, пойдем с Кесаревым поговорим. Почему бы и нет? Но тут мне не дают никакой информации по этой местности, поэтому... Пошлите
Он где-то в той стороне, ладно. Нет, Ник не подстригся. Ну и ладно. Ой. Тебе не тяжело? А, ты раб. Ну тогда ладно. Тогда не тяжело. Чё? А вот это что за парень? Он не похож на... Ты кто такой? Что у тебя есть? А зачем мне? Не хочу. Глушитель. Нет. Кукурузка? Нет, я не хочу что-то. Сегодня что-то не хочу кукурузки. Одни глушители. Ты второй день подряд бич пакеты жрёшь, Ник. Иди сваргань что-нибудь. Прилично. Чё-то. Там яичницу, я не знаю, картошечку пожарь. Если уж некому. Чё ж ты так? Вчера говоришь, что ты там доширак себе варил. Чё из своей хаваешь просто за обе щёки. Не то чтобы они вредные, но... Точно не полезные. Хотя? Окей. А, ты же переехал, я забыл. У тебя там вообще это... Все грустно, да. Я забыл, забыл. Опа, опа. Какие-то у них палатки совсем недобрые. О! Прям как в Скайриме. У тебя колесо кривое, восьмерка, слышь. Ну ладно. А можно бритву мою наточить, слышь? Тут дело такое. Они меня за это не зарежут, если я Дай поточить. Ладно, она не так острая, хрен с тобой. Че, кого резать, пацаны? Че, тут есть что? Нет, ничего. Не, на арену мне рано пока что. Так как будто меч убирает в ножны такой. Хыдыщ. Анимация даже одна и та же. Не, чтобы он там бритву сложил там и в кармашек сунул. Он такой. Хыдыщ. Прям самурай. Пес. И ты пес тоже. Да. Нет никого. Упоротый наркоман. Бун бы тебя убил, если бы он был тут. Да не, такая же анимация, как будто он из ножен, знаешь, так... Ну вот, от этого, от третьего лица. Видишь? Ты чё лаешь, пёс? Он складывается, конечно. А, да, он её складывает, но там не в карман, а как в ножны. Мачете также абсолютно висит. Арматура только за спиной всякие вот эти вот. О, привет, я тебя знаю. Ненавижу засранца. Он меня подставил вообще. Чё, ты тип Цезарь, да? Чё это у тебя? Бумбокс маленький на руке или чё? Или бластер? Ну это похоже на...